Это новости Прима, мы продолжаем. Четверг стал самым теплым днем недели в Красноярске. Тем временем на севере края уже лепят снеговиков. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии снежных фигур из Талнаха и Норильска с подписью «Привет, зима». Снег также лежит на вершинах в Ергаках, хотя там это не редкость даже летом. Вот такие видео выкладывают наши туристы. Ну а в Красноярске с завтрашнего дня вновь станет по-осеннему прохладно. Кроме того, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 18 метров в секунду и рекомендуют жителям быть внимательнее на улицах, обходить рекламные и другие легкие конструкции, крупные деревья, строящиеся здания, не парковать возле них автомобили. В пятницу днем похолодает до плюс 12, облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до 4 градусов. В субботу днем плюс 10, возможен небольшой дождь. В ночь на воскресенье столбик термометра будет показывать 0. В последний день недели будет пасмурно и плюс 8 градусов.